А как он работает? А вот уже все включено в режиме работы. Улица Вайнера, зона, 202-я зона. Угу. Зона вот у нас. Вот это, мы стоим на зоне. Угу. Ну как бы, вот это платная, та к нам не относится. А как он считывает машину же? Он туда стреляет? Так нет, мы сейчас поедем, когда. А. И вот она уже повернута в сторону номеров. А то есть вы просто едете, и он считывает номера, да, и уже, да, проверяет и потом по базе? Да, да, да. 3 числа у нас в полной мере заработало парковочное пространство. Поскольку президент Путин подписал изменения в закон о полиции в части предоставления персональных данных органам местного самоуправления в части собственников транспортных средств. То есть мы уже начинаем отправлять запросы в ГИБДД и формируем уже штрафную нашу базу. ГИБДД нам обязаны ответить до 5 дней. Ну, то есть на следующей неделе мы уже планируем получить первые ответы от ГИБДД. Пока несколько сотен запросов отправили в ГИБДД. Граждане будут получать штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Нарушители выявляются у нас следующим образом. То есть у нас перемещаются по парковочному пространству автомобили. Они фиксируют тех, кто припарковался. Спустя 15-20 минут они проезжают повторно и уже фиксируют автомобили, которые остались в этот момент на парковке. Если гражданин оплатил парковку, то, соответственно, он в базу штрафников не попадает. Если он, соответственно, не стал оплачивать, то на него формируется, соответственно, штраф. Каким образом будут выявлять, насколько человек оплатил парковку? Допустим, он оплатил час, но стоит 5. Паркон – это сертифицированная система фото-видеофиксации, которая установлена в наших автомобилях. Она позволяет сличить базу, то есть тех, кто оплатил, и тех, кто не оплатил. Соответственно, если мы видим, что человек стоит час, ну или, допустим, 5 часов, а оплатил только за час, нам это видно, и на оставшееся время он получит штраф. А сколько машин ездит, проверяют? 6 машин. К оплате принимаются только безналичные платежи по парковочным и банковским картам. Приложите и удерживайте парковочную карту или бесконтактную банковскую карту в считывателе. Возьмите и сохраните квитанцию. Скажите, пожалуйста, вы раньше платили за парковку? Платил. Каждый раз? Да. А справедливо вообще платить за парковку? Справедливо. Почему? Почему? Ну, за все надо платить. То есть за парковку не жалко отдать сколько там? 30 у вас? 30 рублей, конечно, не жалко.